Сергей Морозов все-таки останется под стражей до суда. Напомним, в ходе судебного заседания 14 октября решение, где экс-чиновник проведет ближайшие 2 месяца, в СИЗО или под домашним арестом, судья не принял. Морозов настаивал на том, что ему трудно знакомиться с материалами дела в наручниках под конвоем. Позиция следствия, что, выйдя из СИЗО, бывший зампред Ивановской городской думы может скрыться от правосудия или же оказать давление на свидетелей. В понедельник Октябрьский районный суд принял окончательное решение, продлив экс-депутату содержание под стражей на 1 месяц 25 суток до 15 декабря.